бару, там пол корпуса надо делать. По всему корпусу, да. Поехали. Зато в паре третье место. Есть медаль. Да не, нормально, хоть поиграл. Не просто скатался, еще и поиграл. Сейчас финал же, пары? А, ну как раз смотрю. Финал, да, у нас как сейчас. Как раз посмотрим. На поезд есть время. Подразделение моды. Где работа сидит? Может кто-то подвинул? Сидите где хотите. Илья, ты послушай, куда ты служил? Вы такие. Я просто вспомнил, что плохо напомнил, что чемпионат. Сейчас обсуждали. Просто будет народ тяжело собрать. Не, нормально. Ну смотри там. Не, кто не играет вообще чемпионат. По любителям? Да. Если не скажи. Может, полный кто-то не играет, а так что народ там будет играть. Володя не будет. А? Володя не будет. Какого Володя? Чего? Сидоров не играет чемпионат. Ну смотри сам, я просто... Видишь, у меня это точно не получится. Я... Но время просто нету больше. А я, видишь, просто провожу его, поэтому у меня не выйдет.
Здрасте, я только купил. Мигала, не важно. Такая сразу. Мигала. Вот у меня жена, да? Вот, понимаешь? Она вовремя держалась. Ты как бы вот... Конечно, пыталась исполнить. Ты из магазина просто посмеялся. Это боевое. Я здесь оставил от этого. Блин, ключ оставил от раздевалки. От раздевалки? Ну да. А где лежал? Да вот на полотенце, а полотенце сдернул, и, видимо, короче, и что-то не вижу я здесь его. А тут, может быть, под конец, не да вот что ты и делаешь. Нет, ну бывает в эти щели попадает, нет? Не вижу, да вот в том-то и дело. Как я смахнул его полотенце. Здесь зелененько туда уже бесполезно. Нет, он так бы не улетел. Нет, он не улетел. А по дороге не наденешь? Мог и по дороге, все мог. Смотри по дороге. Да. Где-то же мог. А номер помнишь? Да, помню. К администратору подойди. Подойди. Никита Сергеевич. Я понял, просто как бы сам факт. Под мою. Конечно. Сейчас они не играют, он говорит, подожди, пока устану. Пойдем заниматься пока. Нашел где? Что? Нет. Нашел, да? От этого, от нет, и нет, да, вот там, не жалко. А реклама сработала, это твои зубные щетки сработали. Рома, да?
сразу на еще, в этом народ не повалил. Мы с какой стороны понимаем? С какой стороны понимаем? Так, с какой стороны? Браво! Молодец!
Кстати, вам вода. Я
Я не понял, почему, но делай это дальше.
Under Armour. Thank you.
Thank you.
Как ветер. Я не могу. Thank you.
там пару вещей, да? Thank you.
вопрос по даче, а? Ох ты, дура. Да.
Продолжение следует...
Карен. Браво, Андрюша. Полез-то правильно, если ты сейчас будешь достать, должен быть. Это надо. Все, вы сам полез? Да. Она знает, кто меня ругает. Вот это, кстати, можно...
тут интересно. Да. Я играю в финал, ты тут уезжаешь. Давай.
это уже, конечно. Это уже хорошо. Да, ты же хочешь так накручать от ушибки? Да. Убегаешься? Нет. Три, да? Все плохие слова про тебя, все хорошее говорят. Молодец. Пирамида.
Это было сетбол, а не сетбол. Сетбол у вас, не сетбол. Когда выиграют сетбол, называют сетбол. Когда проиграют, называют сетбол. Не-не, они лучше, нет. Не, вроде вчера Володя мочил мастеров спорта для другого класса. Я немножко, видишь, немножко не настроился, вчера победил всех этих. А, молодцы. По сравнению с прошлым годом мы сыграли...